Ну что же, уважаемые подписчики, друзья мои и те, кто недавно к нам присоединился, всем здравствуйте, меня по-прежнему зовут Дмитрий. Сегодня, именно 10 июля, пришло время рассказать вам об еще одной новинке, очередном смартфоне. Забегая вперед, отмечу, что это не просто следующий бюджетник, это смартфон-флагман, флагман от компании Qubot, который в общей сложности оснастили 6 камерами. Также он сможет похвастаться хорошей производительностью, современным дизайном. И, как обещает тот, кто его создал, новинка сможет удивить всем вышеперечисленным за достаточно скромный ценник. Полное название этого смартфона – Qubot X30. И как все современные флагманские устройства, смартфон сможет порадовать набором полезных функций, как я уже отметил, производительным железом, потому как в нем установлен 8-ядерник от MediaTek, если точнее, это Helio P60. Будет несколько конфигураций и несколько цветовых решений. Что же касается самих конфигураций, они следующие. Это 6128 и 8256. Друзья, как и все предыдущие смартфоны, которые компания Qubot выпустила в 2020 году, наш X30 не стал исключением и, так же как и все остальные, будет разыгрываться в количестве 10 единиц. Более подробно о розыгрыше и скидках на эту модель я расскажу уже в следующем видео, но принять участие в самом розыгрыше вы можете прямо сейчас, просто перейдя по ссылочке внизу в описании. Также напомню, что дебют Qubot X30 состоится сегодня, а именно 10 июля, и приобрести эту новинку можно в официальном магазине на платформе AliExpress. Ссылочка также есть внизу в описании. Что же касается его технического оснащения, о котором я упоминал в начале этого ролика, предлагаю об этом чуть более подробно. Сама компания сделала огромный акцент на камеры новинки, которых у смартфона в общей сложности 6. Одна фронталочка с датчиком изображения на 32 мегапикселя, все остальные 5 получила основная. Главным датчиком изображения здесь выступает 48-мегапиксельный сенсор производства Samsung и 16-мегапиксельный широкоугольный объектив. Дисплей не маленький, и диагональ его составляет 6,4 дюйма. Матрица IPS, разрешение Full HD+, а соотношение сторон 19,5:9. Еще из интересного, 10-й Android, порт Type-C, встроенный модуль NFC для бесконтактной оплаты, поддержка быстрой зарядки и неплохая емкость встроенного аккумулятора, которая составляет 4200 мАч. Плюс ко всему выше мною сказанному присутствует также сканер отпечатков пальцев, который расположился на боковом торце смартфона, и также есть функция разблокировки устройства по лицу. Друзья, уже в следующем видео я более подробно расскажу о розыгрыше и о скидках, которые нас с вами ожидают на эту новинку. Всем вам спасибо, кто досмотрел это видео до конца. С вас, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. И пускай на вашем жизненном пути встречаются только хорошие люди. Увидимся!